Депутаты Мособлдумы приняли в целом закон, который присваивает городу Кубинки почетное звание Московской области «Населенный пункт воинской доблести». С таким ходатайством обращался к губернатору Андрею Воробьеву Совет депутатов Одинцовского городского округа. В декабре 1941 года на подступах к Кубинке фашистов, рвавшихся к Москве, остановили бойцы 82-й мотострелковой дивизии. В настоящее время там находится самый большой в мире музей военной бронетанковой техники и вооружения.